Всем привет! Вы на канале Duda Play. Мы продолжаем играть в игру Cars of Sale, продажа автомобилей. Ну, давайте выкинем мусор. У нас утро наступило следующего дня. Да, мы прокачал, короче, я офис сделал немножечко здесь травки. Поэтому все красиво. И потратил деньги, естественно, 30 тысяч у нас. На данный момент мы идем на райончик выбирать тачки. Денег мало. Попробуем купить хотя бы парочку машинок. О, 2000. Давай сторгнемся за 1700 рублей. За 1700. О, thank you very much. Итого 300 рублей. 300 рублей. Мы, ребята, сэкономили. Экономить нам нужно. Так, эту точку даже рассматривать не буду. Возьмем этот фургончик. Он немножко у нас тут покоцанный. Поэтому я думаю, что он будет не сильно дорого стоить. Давайте попробуем, посмотрим. 20 тысяч. Ну, давай, торгнемся за 19. Ровно за 19 тысяч мы... тебя его купим. Ага. 10 опыта получили. Ух ты. Это неплохо. И у нас еще есть 10 тысяч. Но вряд ли мы что-то купим. А ну-ка. Можно было сильнее торговаться, чтобы мы немножко больше... А, за 11? Ну, давай за 10 500. Блин, у меня больше нету. 10 500. О, да, мы купили и этот автомобильчик. Отправляем его дальше. А, что у меня 93 рубля? Я даже ничего не куплю. Офис у меня сейчас в данный момент закрыт. Да, ничего я не куплю. 93 рубля. Офигеть. 93 рубля. Отправляемся в офис. И будем тачечки наши продавать. А вот они и стоят. Тикс, начнем с этого. Автомобиль. Вау, он какой модный, красивый, молодежный. Так, а куда я поехал, скажи мне. Ладно, сейчас мы развернемся. Красиво. Поставим. У меня здесь места нету, кстати. Сейчас развернусь. Опа, врезался, да? Немножко. А, но, в принципе, чуть-чуть. Вот так. Нет. А, знаешь, как мы сейчас немножко вот так вот развернемся здесь? Станем задом. Паркуемся. Да ты поворачивай. Куда ты на меня сверху смотришь-то? Оп, все. Глушим двигатель. Фига, где я? Смотри. Офигеть, бак какой-то. Ага. Нет, вылез. Да, ё-моё, ночь, смотри, а, как резко. Ладно, идем быстренько спать. Домой. В контейнер, который я тоже немножечко улучшил. Покрасить зеленый цвет. Как его сейчас не видно. И вставил наконец-таки окна. Минус 22 тысячи мы потратили. Ага. Вот у нас окна здесь стоят. Но я еще и кровать заменил на двуспальную. Лишь две подушки. Угу. А, так, что у нас это... Вот это... Деревяшки не убираются. Ну ладно. Отправляемся на работу. В офис свой. Идем. Ага, мы же еще машины не расставили. Аукцион открыт сегодня. А, сегодня аукцион. Но, я думаю, пока денег нету. Смотри, машин вообще на улице нет. О, мусор, смотри. Два пакета. А если наехать на мусор? Нифига. Так, все, здесь. Мы оставляем пока тачку. Блин, смотри.
Я опять не могу никуда пройти. Ладно. Мы ее поставим вот сюда. Это у нас типа фургона, да? Минивэна. Глушим. Выходим. Сразу я мусор тут уберу. И открою офис. Пусть открытый будет. Так, на продажу сразу выставляю их. Так, за 19, короче. Выставляем. Выставляем. Нет у меня времени писать там какие-то суммы, которые... Блин, а как мне? Сумму нет смысла писать, потому что они не купят за ту сумму, которую я напишу. Вот так вот перед офисом я там припаркуюсь красиво. Глушим, выходим. Вот такой вот автомобильчик. Мы его тоже выставляем на продажу. Пускай за такую сумму. А вот и первый покупательница. А куда она ушла? Прикинь. Ты хочешь там стоять? Ну, стой. Я пока тачку не помою. Я тебе продавать не буду. Мне нужно сначала... Иди нафиг. Сначала помою, чтобы красиво все было. Тем более мне нужен опыт. Где еще грязь? А, смотри, я там не подойду туда. Потому что и не помою. А, нет, дотянулся. Есть автомобиль, а помыт. А, привет. А, очень большая сумма у меня, конечно же. Цена покупки 10 тысяч, а, за 12. Давай торганемся за 14 555. Я тебе предложу снизить цену. Ну давай, ладно, за 14 ровно. За 14, купишь ее? Опа, за 14, прикинь, она купила у меня. Ну, неплохо. Эту тачку я тоже буду протирать сейчас. А тут два покупателя у меня. Так что 2000 я могу накидывать сверху. Чем они просят? Блин, вот назад туда тяжело, конечно, подойти. Где тут еще грязь? А, вот. Автомобиль помыт. Ага. Так, за 19 я покупал. Ну, за 21 или за 20 я потом. А он за сколько хочет? Не видно здесь. Так, выбросить. Блин, 28. Сколько он хочет? 28. Так. Да продам. Сколько он там хотел. Эх, губка вонючая мешает мне. Нифига не вижу. Подождите, ребята. Мне нужно помыть автомобиль. Пока продавать мне нет смысла. Я вот не помню даже, за сколько я там продал чуваку. Не видно было. Да. Так, так, так. Некоторые ушли уже у меня, покупатели. Все, тачка от... А, нет еще. Есть! А, ну давай, я... Давай, что ты там? У меня 1700 я покупал, за сколько хочешь. А, за 1700 он хочет торговаться. 2500. Ну давай. А, подожди, я не пишу. 2500. Ну давай, ладно. Так как ты у меня такой дурачок. Иди нахер. Не хочет он. А, здравствуйте. Почем вы хотите? 33 миллиарда стоит машина. За 1900. Торговаться давай за 2500. 2500 я тебе продам. Соглашайся. 2500 думай. Да, ё-моё. Давай за 2000 и хер с тобой. 2300. 2300 и хер с тобой, давай. А, спасибо. Ну, все, свалила она. Нахер. Так, сколько у меня было денег в начале ролика? Кто бы знал бы, я ж не помню, я ж не записываю. Итого у меня сейчас 44 800. А что у нас за день недели сегодня, интересно?
Подожди. Веб-страница, декорации. Веб-страница, что ли? Да, считай, я хочу проверить. Так, что у нас тут? Оплатить ничего нету. Хорошо. Все нормально. И едем. И купим еще одну тачку. Подожди, может быть, на автомобильный рынок сейчас заедем? Может, там есть машины? Ах ты, не работает. Ага, короче. Че я туплю? Автомобильный рынок. Он работает. А тут он загорается. А, вы уже здесь, на районе. Автомобильный рынок. Автомобильный рынок открыт в определенные дни недели. Там продолжают. А, там продают большое количество автомобилей. Заправка. Заправьте ваши автомобили и помойте их. Сделайте перерыв и сыграйте в игры. На данный момент это твое место сна и отдыха. Да, оно не идеально. Контейнер. Стоимость билета $10. Или 10 рублей. Кто как хочет, понимает. Давай посмотрим. Может быть, я смогу купить какую-нибудь классную тачку. За 42 продает. Давай за 40. Блин. Давай за 40. За 40 тысяч. 2000, 2500, я думаю, он скинет. О, скинул, прикинь, дурачок. О, какая тачка, ты подумай. Поехали. Все деньги я потратил, 4700 осталось. Не знаю, почем я буду продавать, за полтос, может быть. О, какая она быстрая. А тормозит быстро? Нет, не сильно быстро. Бар мы не поедем. Нафиг не надо нам. Ох, там огонь. А, как мне нравится. Дрифт, дрифт, дрифт. А, в смысле новый рекорд дрифта? Тут еще и можно рекорд бить. А, дрифта? Вот этого я зверю купил. Вот это круто. Как дрифтовать? Так, ну что это тут, ну свалка какая-то. Я хочу подрифтить немножко. Ладно. Едем в офис. Немножечко по ошибку-то, по-моему. Мне нужно много денег, чтобы прокачать офис. Ой, какой красивый машина. Надо как-нибудь красиво ее поставить. Мы ее выставим на продажу. Так, все глушим. Вау! Просто вау! Вот это тачка! Обалдеть! А мы ее выставим на продажу. За... Так, подожди, в смысле не продается? За 1 миллион долларов. За миллион долларов. Круто. Это будет просто обалдеть. А, но сначала мы должны ее отмыть как следует. Потому что она очень грязная. Подожди. Тихо. Где тут еще грязь? Ой, какая она красивая, слушай. Ну и стоит она красиво. 44 косаря. А где тут еще грязь? А, вот тут. Сверху. Кто-то прется уже, смотри. Ага, все. Автомобиль помыт. А, очков, но опыта у меня нет. Здорово. За миллион рублей продаж. А, купишь, то есть? Мне нужно подумать. За 50 тысяч я могу купить. А, торговаться давай за 60. Раз, два, три. А, за 60 тысяч. Мне эта цена не нравится. А, в смысле не нравится? Или что? А я за 60 продал. Так, подожди. У меня 64 тысячи. А в начале сколько было? Кто помнит, а? Ладно, будем на этом заканчивать ролик. Всем большое спасибо за просмотр. Ставьте лайки, пишите комментарии. Всем пока-пока. До новых встреч.